Мотоцикл ИШПС 650 Ротакс. Мотоцикл не находится в серийном производстве, представлялся на выставках. Точные технические характеристики узнать не удалось, поэтому в видео будут представлены приблизительные характеристики мотоцикла. Ориентировочная цена $5000. Поженить двигатели известных производителей с родной рамой и другими мелкими компонентами – решение вовсе не оригинальное. В мире немало фирм, выбравших этот путь развития своей техники. На тот же путь вышел и наш родной ИШМАШ. В данном мотоцикле явно выражена идея воссоздать и развить ИШПланетаспорт. Замысел использовать зарубежные компоненты возник не на голом месте. В былые времена ИШПС по большинству технических параметров и потребительским свойствам вплотную приблизился к своим одноклассникам зарубежного производства. Пес, как его называли, оставил заметный след в душах многочисленных поклонников. На той популярности и решили сыграть, выпустить новую версию пса. Чтобы новый мотоцикл был отроду конкурентоспособен, к выбору компонентов отнеслись с пристрастием. Двигатель от Rotax, такой же, как у BMW F650. Тормозные скобы Nissin, вилка Kayaba и такие же колеса, как на мотоциклах Suzuki. Задние амортизаторы от известной фирмы Ranger с огромным диапазоном регулировок. Приборная панель задумана по последнему слову техники. Ее роль выполнит ЖК-экран, на котором будут отображаться все показания виртуальных приборов. При разработке концепта использовались оригинальные компоновочные и конструктивные решения. Трубчатая рама из хром-молибденовой стали выполнена так, что охватывает большинство хрупких и дорогих импортных деталей. Таким образом, защищает их от повреждений при возможных падениях. Новый ИШПланетаспорт задуман как живучий и практичный родстер. Первая реакция о новом ИЖе может быть в принципе такой. Да, опять отдаемся буржуям, но быстро пришло переосмысление факта. Вспомнились истории таких знаменитостей, как Бимота и Кагива. Они также используют чужие двигатели. От Сузуки, допустим. Если уж Бимота и Кагива не гнушатся сузучьими движками, а BMW Ротаксом, то ничего зазорного в сотрудничестве ИШМАШа с иностранцами нет, а смешение кровей рождает красивых детей. Технические характеристики ИШПС Ротакс 650 следующие. Двигатель одноцилиндровый, четырехтактный, рабочим объемом 652 кубических сантиметра. Максимальная мощность 47 лошадиных сил при 6500 оборотах на минуту. Система охлаждения жидкостная, система запуска электростартером. Рама трубчатая, стальная. Передняя вилка телескопическая, ход 120 мм. Задняя подвеска маятниковая, ход 110 мм. К сожалению, с закрытием завода ИШМАШ развитие данной модели прекратилось. Вот такой вот мотоцикл. ИШПС 650 Ротакс. До новых встреч!